И всем привет, с вами Макс Риск, топ-5 игр на андроиде. Так, на пятом месте у нас расположилась игра Age of Eris. Как известно, это эра обезьян или эпоха обезьян. Мы видим, что это стратегическая игра, типа того, копия какой-то игры. Я что-то как-то не в курсе, так что вот так. Значит, смотри, тут можно собирать вот награды. Я тут тоже так хорошо поиграл, уже как-то... Вот, неделю. Так, нужно показать. Вот, значит, когда вы заходите в игру, выбираете фракцию. У меня сейчас фракция черная. Потом, в общем, вот это одноглазый Эрик, я его выбрал. Вам будет доступен красный, там, стреляющий, там, зеленый. Это фракции. Я потом скажу, где они еще находятся. Так, дальше у нас идет там, этот, который пьет чай, там, всякий. Вам что-то скачать игру и сами все увидите. Рассказывать это не передать словом. Так, рассказываю, где местоположение. Где все. Так, значит, стоп, черная орда. Где сейчас нас сейчас одноглазый Эрик Камардир. Потом идет красная глава. Орда. Вот тут даже можно вот так сделать. Так, идет оранжевая, что ты как-то и не в курсе, давно не заходил, нужно потом зайти заново в эту игрушку, так как-то мне не заходится, нужно клон создать. Так, синий, фиолетовый и зеленый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, вроде бы там 6 персонажей. Говорят, конечно, будет больше, но раньше было 5 персонажей. Брали черную фракцию, мы за нее играем, прямо на удачу, бам, и черная фракция. Так, дальше наша цель состоится в том, чтобы построить ракету и взлететь на Марс. Вот так вот она выглядит. Так, давайте потратим. Так, что получить, знаете что? Так, что получить, какую-то награду. Так, все, давайте. Бам-бам-бам. Эти коины нам нужны. Мне не жалко, у меня уже 10 миллионов, всяких 10. Так, на экране много войск, нам говорят, нужно нажать, чтобы... Да, чтобы там много ППС там не брало. Тем самым меньше врагов будет видно. Видите, тут 6. Когда я отключил, тогда становится сколько? Так, 6, 7. Когда я включил, да, на работу, их было бы 10 больше, по-моему. Ну да, это же правда. Тут это минус 4. Интересно. Тут насколько? Ну ладно, в общем-то. Заходите в игру, выбираете. Очень прикольная игра, тут даже есть квестики. Так, вот дальше у нас есть дополнительные квесты. А, цель, давайте расскажу еще, где поезд, где центр. Так, центр находится именно здесь. Только сразу туда нельзя идти, потому что там есть и другие фракции, орды. Я вам про них уже рассказывал. Так, тут, значит, опасные игроки. Ну, в общем-то, где-то никто здесь не ходит, тут ходят эти вот обезьянки, если будем поезд запускать, а это нужно сделать, мы пешком не дойдем. Это я, там будут горы, вон горы, видите горы? Тут, конечно, есть туннельчики, но сложно. Только тут нужно как-то проехать через них, это будет нереально тяжело. Или нужно где-то строить там, в общем-то, нужно расследовать. Как расследовать, покажу. Нажимайте на это, значочек, и расследовать. Он будет вам помогать расследовать больше территорий. Мы сможем убежать от врага, тем самым захватить. В общем, эту территорию разведываем, тем самым больше разведываем, больше. Заход мы всех захватим. Вот так игра называется. Захвати мир. Так, в общем, заходите в эту игрушку. Вам также говорится подписаться. Я тут уже все сделал, по-моему. Да, в Дискорде сделал. Так что вот так вот. Ну что, нравится игра? Лайк у вас там, подписка на канал. Все-таки мы с этого канала будем снимать эту игрушку. Всем спасибо за просмотр, с вами был Макс Риск. Самая лучшая игра вроде бы. Да, подходит. Ё-моё, а тут что такое? Тут, наверное, какое-то укрепление. И тут обезьяна, офигенный сильный, смотрите. Все, теперь я понял. Смотрите, значит, если вы не знаете, то смотрите, это безопасная зона. Ракеты! Так это ракеты, ё-моё. Это значит у нас, подождите, это значит у нас обычная зона, мы тут все веселимся, это уже вторая зона. Я ракеты уже расставляю, только где наша ракета? Вон она вроде бы. Стоп, это наша ракета. Да. Точно? Да, это наша ракета. Вон. Вон она, друзья.
Наш поезд, а я так думал, где же он? Вот мы ее строим. Так, только нужно охранять этот поезд, он тут враги, но это обычные персонажи, лучше людей охранять, точнее убивать их, да? Так, нам говорят, выполняем квесты, поэтому поезд потом взведется. Так, где твой порог? А вон, туда идет поезд. Тут черный. Ну, туда, конечно, может депортнуться, но потом уже на стриме. Чтобы мы запустили стрим, нужно лайкос поставить, так что наш ракета... А это там с красными, мы сейчас воюем с зелеными, так что с зелеными, потом уже с красными. Потом уже с этим, с этим, с этим. Потом идет остальная волна. То есть, чтобы туда попасть, третью локацию, раз, два, три, потом четыре, и все. Ну, пятерка там конец. Чтобы попасть туда, нужно, знаете что? О, нужно пройти эту локацию. Офигенно локация. Это укрепление. Это обычная зона, там укрепление. Да блин, ну, вы нашли обломки ракеты. Обломки ракеты нашел, отлично. Гуд-гуд. Так, мы нашли обломки ракеты. Вот как, кстати, искать нужно. Потом вам будут говорить про это. Вы тоже так. Вот то пошел. Это наш вроде, да? Так, ну что, я покажу, как где там враги. Они хоть воюют с нами? Нет. Вроде бы воевали, но что как-то отступают. Интересно, интересно. О, нашел еще враги, давайте. Точнее, нашел еще один артефакт. Красавчик. Поиск. Новые артефакты, которые наша группа не разведала. То есть я это все не сам построю, чуваки. Не-не, люди, нет. Нет. То есть это, скорее всего... Как, скорее всего? Мне помогают в этом. Все помогают искать, расследовать. Мы все команда. Заходите за черную. Так, чтобы зайти за мою команду, нужно зайти за черную руду. Также сменить бор. Бор. Хэштег 20 бор. И вот тут вот должна быть. Нажимайте и выбирайте черную фракцию. Сначала выбирайте черную фракцию, потом уже бор. Перемещаетесь. Я не хочу перемещаться, потому что уже так весело. Так, это что у нас такое? Так, враги, враги. Враги. Ё-моё, эти враги. Можно на них натаковать. Разведку пойти, поход пойти. Это настоящие враги. Так что с ними лучше поосторожнее. Но они нас нападают, так что с ними война будет. Но она не такая жесткая, но будет война. Будет. Так, 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 так. Вот черный, черный тут атакуют, потом будем красных. В общем, заканчиваем. Не заканчиваем. Мне нравится тут как-то. Какой-то мир, знаете, как Майнкрафт. Вот так вот. Так, давайте альянс покажу. Кто я смотрел ролик перед отсюда, смотрите, помочь всем, помочь себе, сейчас тоже покажу. Но я рассказывал ролики, так что вот так вот. Забираем награду, забираем исследование, давай. Так, я хочу стройку офигенность, чтобы мы быстро построили ракету, расстреляли всех и все. Так, забираю награды. Игра длится, я уже не в курсе, но больше недели. По-моему, игра даже один месяц длится, чтобы одну орду одолеть. Потом вторую орду, может быть, два месяца. А тут их пять. Получается, год нужно играть, чтобы всех одолеть. Но если у мастера, то, конечно, за полгода. Или даже больше. Так что это сильно? Стоп, я кое-что там видел. Кое-что там видел. А, разведка, разведки. Это напарник мой. Интересно, интересно. Черная орда. Так, орда, альянсы. Альянс это у нас, типа, того альянс. Ну, сейчас покажу. Что-то тоже не в курсе. Так, значит, орда. Стоп, что это за орда? Покажите. А, генератор орды. Вперед. Преимущество. Скорость лечения. Захват. Подкрепление. В смысле? Кто захватывает? О, капитан Эрик. Эти руины не связаны с железной дорогой. И что делать? Я не понял, что... Так, окей. Вперед. Это руин. Это руин не связан с железной дорогой. Так, вступить. Подкрепление войск. А, войски, чтобы подкрепить. У нас не атакуют. Стоп, это кто? Так, это черная, черная орда. Сколько там у тебя войск? У тебя 283 тысячи, а у меня 72 тысячи. Тут, конечно, мощные цифры. Всем спасибо за просмотр. Или нет еще? Блин, так хочется закончить. Ну вот так весело. Так, квест выполняем, получаем, знаете что? И кушать для наших там, всяких. И также строительство для обезьян, для строительства ракеты.
и ускорялки. Четко вообще, да? Так, можно тут регенерацию вот такую сделать. Потому что я не хочу тратить мой больше войск. Мне нужны войска. Так, может тут отредактировать. Так, вперед. Также можно разделять их. Очень даже классно. Прям какая-то целая галактика, как в Роблоксе. Также можно тут дополна. Только максимум 15 солдатов, если что. Вот так, на основании разведчик. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, с вами Макс Риск, хотите играть, напишите Age of Ares, эпоха обезьян, ну в общем, ссылка будет в описании на игру, в комментариях, в закрепленном комментарии. Всем удачи, всем пока.